что узнала нового? Узнала нового об истории прав человека. Мне было интересно посмотреть фильм, интересно услышать информацию о том, как появились права человека, для чего они нужны, в чем разница между человеческими и личностными правами. Как будут применять эти знания? Я думаю, сегодняшняя лекция со спикером позволит мне в какой-то ситуации отстаивать свои права, быть готовой к тому, что за свои права надо бороться.